Вот на днях Вера Брежнева и Константин Меладзе наконец-то поженились. Да, я знаю. В Фейсбуке сказали. Пожалуйста. Ну, а кто такая Брежнева и Меладзе тоже в курсе? Они поют песни, едем, едем в соседние села на дискотеку. Я не люблю их песни. Ну, а по крайней мере, честно, откровенно. Мне нравятся ее ноги. Я считаю, что это ангелы. Ну, как для меня. Это они сейчас, если они нас видят, проследились оба. Тот факт, что Константин старше Веры на 20 лет. Ну, так бывает. Бывает. Ну, конечно, жизнь такая штука. В принципе, разница в возрасте, разница в возрасте не имеет значения. И в росте тоже не имеет значения. Главное – любовь. Да. Ну, что лучше, чтобы невеста была старше или жених? Жених, конечно же. А почему? Конечно. Потому что будет смешно, что невеста у нее, ей больше лет, чем... Ну, да. Все гости будут ржать. Угу. Как ты думаешь, кто должен быть главный? Вот в семье. Кто у них будет, например, главный? Папа. Меладзе? Папа. То есть Меладзе будет главный? Да. Папа говорит, что маме делать, какая работа у нее будет. Потому что папа решает, то есть покупает. То есть это наше солнышко в семье. Такая традиция, когда гости кричат «Горько». Для чего они это делают и что происходит после этого? Ну, чтобы они никогда не расставались и были горячие. Интересная версия. Как думаешь, зачем они так кричат? Потому что горькая еда. Мы на улице с мамой подружкой слышали, как кричали «Горько». Так, без свадьбы просто? Свадьбой. Там много свадеб есть. А, вы у ЗАГСа живете? Да. Не знаешь ты случайно, что такое брачная ночь? Это когда лежат и спят, и никогда не уходят, не просыпаются. Это, наверное, уже последняя брачная ночь. Есть брачная ночь. Слыхала бы? Страшная ночь. Ну, для кого как. Если на бабушке жениться, может, и страшновато будет. Очень. Ну, как думаешь, чем занимается брачная ночь? Ночью. Ну, вы сами знаете, на букву «С». Спят? Нет. Мужчина берет гитару, играет, играет, играет и веселятся. Торт подает, вот свечки, вот все. Есть вам, вот вам еда, все, питье. Пьем и играем на гитаре. Класс. С-к. Секстанты они все? Нет. Давай пожелаем Константину и Вере, ну, каких-то долгих лет жизни, как обычно на свадьбу желают. Я желаю вам здоровья и счастья, чтобы были вы здоровые и никогда не болели. И когда у вас ребенок появится, купите санки и ролики. Прекрасно. А я думаю, это событие не за горами. Совет да любовь.